Шалом, вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Воздушная тревога. Цахал отвечает на массированные обстрелы Хизбаллы. Незаконное проникновение в Яфа задержали десятки палестинских нелегалов. Спорт объединяет. В Москве прошел межконфессиональный турнир по мини-футболу. Хизбалла продолжает производить массированные обстрелы по Израилю. Беспилотники террористов начали долетать уже до Твери. Сегодня один из них взорвался на территории крупной базы авиационного контроля Цахала. В ответ на удар по голландским высотам израильские боевые самолеты атаковали объект по производству ракет в Ливане. Тем временем армия обороны по-прежнему действует в секторе Газы, в том числе и в Рафихе. В Джебали происходят ожесточенные перестрелки. Накануне военнослужащие завершили очередной рейд в районе Зейтун, в ходе которого было уничтожено более 30 боевиков, обнаружено большое количество оружия и тонны продовольствия, продуктов, полученных в рамках гуманитарной помощи и захваченных боевиками. Израильтянин получил ножевое ранение в результате нападения в районе Хувары в Самарии. Пострадавший смог самостоятельно добраться на машине до контрольно-пропускного пункта региональной бригады Цахала, расположенного у въезда в Шхем. Мужчина получил проникающее колотое ранение в область груди. Ему оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу в Петах-Тикве. Террорист сбежал с места происшествия в направлении Аварты для конспирации, бросив свою одежду на дороге. Военнослужащие провели быстрое расследование и вышли на след подозреваемого. Вскоре его задержали у себя дома. Бойцы пограничной полиции задержали в Яфа 61 нелегала из палестинской автономии. Незаконно проникших в Израиль рабочих сдали ранее арестованные угонщики из Тулькарма. После полученной информации от них сотрудники МАГАО провели рейд в нежилом здании, в котором было создано общежитие. В комнатах без окон ночевали десятки палестинцев. Отмечается, что эта операция в Яфа стала одной из крупнейших за последнее время. Напомню, что на днях на контрольно-пропускном пункте Офер возле Иерусалима были задержаны двое волонтеров некоммерческой медицинской организации, пытавшихся незаконно ввести в Израиль 8 палестинцев. Калифорнийский университет США стал первым, кто фактически объявил бойкот Израилю. Президент учебного заведения Саномы Майк Ли согласился на создание консультативного совета студентов за справедливость в Палестине. Он заявил о прекращении всех программ сотрудничества с еврейским государством и пообещал проконсультироваться с советом студентов насчет продажи неэтических активов. Местные еврейские организации считают, что еврейские студенты Саномы теперь никак не защищены. Впрочем, как и в других университетах, которые пока не присоединились к бойкоту. Вопреки протесту юридического советника правительства, комиссия министров по вопросам законодательства единогласно одобрила инициативу премьер-министра Бениамина Нетаньяху по закону о призыве. Представители ортодоксальных партий на заседании отсутствовали. Напомню, что Нетаньяху решил провести закон о призыве в редакции, утвержденной в первом чтении Кнессетом предыдущего 24-го созыва, то есть когда у власти находилось правительство Беннета, Лапида и Ганса. Юрсоветник заявил, что обоснование старого варианта законопроекта не соответствует реалиям войны. В свою очередь, министр юстиции обвинил ее в предвзятости. Спорт объединил представителей разных национальностей и религиозных убеждений. О том, как в Москве прошел межконфессиональный турнир по мини-футболу, расскажет Лена Музык. Межконфессиональный турнир «Диалог религий» ежегодно объединяет различные религиозные конфессии. Такие мероприятия подтверждают, что люди, исповедующие традиционные религии, успешно реализуют совместные мероприятия на благо, единство и духовно-нравственное укрепление российского народа. Идея мероприятия «Диалог религий», чтобы оно сохранялось и в сердцах людей уходило за пределы этого манежа. Идея и вера людей в добро, в Бога и в любовь. Вне зависимости от вероисповедания, участники находят общий язык на футбольных матчах и событиях. В мини-футболе приняли участие 16 команд. Честно, я здесь первый раз. Мне этот формат прям вообще в душу запал. Очень прекрасно придумали, все организовали. Людей очень много, ребят тоже. Вообще придумали все это, большие молодцы. Таланты, я так скажу, потому что организовать такой большой турнир с таким большим количеством людей, это большего стоит. Реально молодцы, прям спасибо всем. Этот вид спорта превращается в своего рода религию, способствуя сближению людей разных культур и верований. Это создает атмосферу взаимоуважения и солидарности, которая помогает преодолеть различия и создать единство. Одной из команд-участниц стала команда ОГЕ. На турнире межконфессиональном мы уже участвуем не первый год, это уже стало доброй традицией. Спорт объединяет людей разных взглядов, разных убеждений.
Он сплачивает народ наш, многоконфессиональный. Турнир прошел выше всех ожиданий вообще всего мира. Мы смогли добыть ничью в трех матчах. Для нас ничья – это победа. Я горжусь нашей командой. Игры прошли с переменным успехом для команды «Футбольный клуб ОГЭ». В первых трех матчах, сыграв в ничью, они показали свою спортивную выносливость, профессионализм и стремление к победе. Хороший турнир, уже не первый раз участвуем. Турнир очень хороший, достаточно организованно все. Но да, немножко нам не повезло. Турнир в такое непростое время для нас всех объединяет разные конфессии, разные религии. И здесь участвуют абсолютно разные люди, разных вер и национальностей. Все проходит на дружеской волне. Здесь есть и девочки, и мальчики играют. Все очень уютно, атмосферно и приятно принимать участие в таких турнирах. Межконфессиональный турнир «Диалог религий» стал своеобразным символом мира и дружбы между различными культурами и вероисповеданиями. Спорт имеет особенность преодолевать национальные, культурные и религиозные границы и способствовать гармонии и миропониманию. Организатором мероприятия выступила централизованная религиозная организация «Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москва. И последнее. 3 июня в 15:30 на горе Герцля в Иерусалиме Международный благотворительный фонд «Стмеги» проведет церемонию в честь 26-го яра Дня спасения и освобождения. В мероприятии, посвященном памяти 250 тысяч воинов-евреев, павших в Великой Отечественной войне, примут участие ветераны, офицеры, члены их семей, а также общественные деятели. А 2 июня в 18:30 ко Дню Победы и 26-му яра в Московской хоральной синагоге состоится торжественная церемония и молитва, а также зажжение свечей в память о миллионах погибших в Кости во славу солдат Красной Армии, армии союзников и партизан. Медиагруппа «Первый еврейский» имеет собственное кинопроизводство. Глазами нашей съемочной группы можно увидеть историю евреев времен Второй мировой войны в Европе, а также узнать о жизни выдающихся евреев в разных уголках планеты. Все это вы можете найти в разделе «Документальные фильмы» на Первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго. До встречи.